Ребята, вы курите? Нет. 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 А как вы вообще к курению относитесь? Негативно. Да. Отрицательно. Не отрицательно, просто мы к этому никак не относимся. Нейтрально. Да. Отрицательно. 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 Очень отрицательно. Плохо. Ну, вообще негативно я отношусь к курению. Крайне негативно. Негативно. А почему? Денис. Ну, потому что это наносит огромный вред вашему здоровью. Но люди не понимают этого, когда они курят в 17-18 лет. Но в 30-40 это уже дает большое осложнение на здоровье. Будешь он как старые бабки сидеть на лавках? Вот такие все засушенные, заморенные. Ну, как говорят, пассивный курильщик страдает. Хуже, чем человек, который курящий. Потому что это вредно. Их курение может влиять на наше здоровье. Отрицательно сказываться на том, как мы себя чувствуем. Потому что пассивные курильщики – это еще даже более опасно, чем просто курильщик. Дым разрушает гораздо больше в человеке, чем затяжки самой сигареты. Потому что даже молодые люди мне вообще не нравятся, у которых пахнет никотином. Я веду здоровый образ жизни и хочу, чтобы мой молодой человек тоже вел как бы здоровый образ, а не курящий какой-то. Угу. Мне очень нравится, когда идет мама с ребенком, и мама курит, как бы она очень влияет плохо на здоровье своего ребенка и также на здоровье окружающих детей. Андрей, а тебе нравится вид курящих девушек, например? Нет, конечно. Они считают себя крутыми с помощью того, что они курят, но в курении нет ничего классного. Еще девушкам рожать, как бы, да, хочется все-таки здоровья, чтобы были. Потому что это влияет на все, на здоровье, на всех людей, на здоровье своих жителей. Потому что мне становится плохо, когда рядом со мной стоят люди, которые курят. Я думаю, у всех людей, которые не курят, в легких скапливается такое вот, становится такое ощущение, что тяжело. Угу. Тяжело дышать, тяжело двигаться, и это очень сильно влияет на здоровье людей, которые к этому не причастны. Те, которые причастны, это их выбор. Это, конечно, право человека, курить ему не говорит, что сам выбирает. Ну, в конце концов, это их выбор. Вы когда-нибудь вообще закурите сами? Нет, я думаю, не буду курить, потому что я не хочу отравлять своего ребенка, но как бы своих близких. Нет. Нет. Я думаю, что нет. 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 Уже нет. Нет. Однозначно нет. Уже нет, точно. Нет, никогда не буду курить. Хотя я тоже им посоветовал, советую всем бросить. Это сложно, это очень проблематично для некоторых. Всем такое, ой, мы не можем, у меня то, ну, а если это действительно сложно? Сложно? Попробуй. Купи пластырь, купи там, я не знаю, там всякие программы читай, Курпатова слушай, слушай докторов. Делай все, чтобы бросить. Бросай! Мы здоровы!